Доброе утро, мои любимые. Хотя уже давно не утро, а я дрыхну. Вообще не знаю, что со мной. Короче, я вчера пришла с ночной, вырубилась. Ну, не сразу, я там стирала, я вам снимала видео, показывала, что я стирала, мыла посуду, кушать готовила, еще что-то. А потом просто вырубилась и урывками так спала весь день. А вечером села, посмотрела фильм «Мы из будущего 2» и начала смотреть какую-то французскую, какую-то там мелодраму любовную. И посмотрела буквально там третью часть, и все, чувствую, меня рубит. Уснула, спала ночь, вообще вот отрубилась. Проснулась утром, и у меня глаза постоянно так слипаются, и башка кружится, я не знаю, что. Или это что-то с погодой... Или это потому, что у меня режим весь поломанный, или не знаю почему. И, в общем, проснулась я часов в 10, написала стих, а потом опять все, не могу. Съела, короче, овсянку и снова так чувствую, что у меня башка очень-очень хочет спать, глазки слипаются и вообще, короче, жесть какая-то происходит. Юлька говорит, вставай давай, харе тебе валяться. Спала целый день и спала целую ночь нормально, хватит. Иди, типа, погуляй. Или просто встань так, позанимайся, походи, еще что-то. Сколько можно спать? Правда, у меня поломался режим, и я дрыхну, и дрыхну, и дрыхну, и вообще не понимаю, что происходит. Этих обормотов только-только покормила. Они все поулетали. Опять Яшка их кормит тут. Короче, завлекает. И я насыпаю семечки. И она сразу же туда улетает на крышу. Там сидит и наблюдает, как я стою тут. Поела я, короче, овсянку с маслом, со сливочным. Сейчас буду пить с лимончиком. Я хочу прочитать вам свой стих и поставить, послушать песню. Мне очень-очень понравилось. У нас с вами уже в традицию входит. Вы пишете мне: спасибо, Ирочка, прекрасная песня, еще что-то. И я спрашивала, если вам нравится, я буду ставить песни, которые мне нравятся. И вы все сказали, да, да, да. Вот теперь буду ставить. Блин, как же это кресло достало. Оно реально все такое ходит ходуном. Невозможно на нем сидеть. Не жалуюсь, я просто делюсь. Так. Посмотрела «Мы из будущего 2». Представляете, он вышел в каком году, я не знаю, лет 10 ему, или сколько этому фильму, или больше. А я его только-только посмотрела. Ну что, зачетный. Но все равно первым больше зашел. Сейчас я вам покажу. Мыша. Так мне понравился вообще. Смотрите, какой. Какой хорошенький ушастик. Видите, как он держится за пальчик. Вот как Бог такое сотворил. И вот эти огромные баобабы, например. Субханаллах, как говорят арабы. Ладно, сейчас я вам прочту свой стих. Я его еще не ставила на стену, поэтому... Вы будете первыми. Да, надо завязывать что-то спать. Что-то я сплю и сплю, сплю и сплю. Вообще не могу проснуться. И столько мне всего снится. Вот он, мой коротенький стишок. Весь свет в тебе. Ты не ищи вовне. Свою любовь дари живому. И даже если кто на дне... Открой ты сердце, как родному. И неуместно это как, ведь ты одно с всем белым светом. Не удивляйся же, чудак, лишь сердце знает все секреты. Такой вот у меня стих родился. Да, коротенький, но мой. И сейчас поставлю вам песню. Что-то она мне тоже так понравилась.
очень-очень-очень-очень. Там. Называется «Берегите любовь». А сейчас реклама закончится. Как всегда. Давайте только посмотрим, какое число. У нас с вами сегодня пятница. Ура! Поздравляю! И сегодня нет праздника. Наверное, сама пятница это праздник. Итак, Луна в Деве. Именинники Александр, Галина, Максим, Терентий и Федор. Поздравляю, мои хорошие. Надо Галинке написать. Давай. И голос, и слова, и вообще. О. Жених Яшкин сидит, а этот, не знаю, кто это. Ну, красивый, у него окрас такой вообще классный. Через это заляпанное стекло не видно, конечно, но он как будто коричнево какой-то, немножко с таким отливом офигенным или офигенским. Давайте немножко семечком дам. Птички-клювчи. Птички-клювчи. Яшончик. Яшка. Там чай.
чайка огромная летает. А, наверное, не видно. Да, наверное, не видно. Что вы? Братцы, акробатцы. Надо еще семечек пойти купить. Какие у них отливы коричневатые, такие красивые, особенно вот у этого. Вот у этот красавчик такой, вообще сиренево какой-то у него отлив. Просто обалденный. Очень красивый. Не видно из-за этой сетки вообще. Хочется их рассмотреть, а никак не рассмотришь из-за этой сетки. Да ладно, фиг с ней. Досыпать. Знаете, ешьте. Кушайте. Кушайте. Никого не слушайте. Яша прилетела. Яша грязнуша. Смотрите. Да, семечки он любит. Яша немножко поест. Яшунь, давай. Да какие вы наглые, блин. Яшунь, давай. Яша, давай. Да блин! Что ж такое? Хочу, чтобы она немножко поела. Так и не могу ее покормить. Что ж такое? Блин! Иди давай, дурында! Вот видите, она как будто специально. Дура. Ну, сиди голодная. Вот такие у меня страсти, мои любимые. Доброе, прекрасное утро. Хотя уже не утро, уже, наверное, час дня. Смотрите, какое небо. Питерское сейчас. То солнце выходит. Вот только начинаю такие. Солнышко, выходи! И сразу выходит солнце. А потом сразу же набегает куча туч. Сидит грязнуля. Люблю вас. Всем волшебной пятницы. Хорошего отдыха. Кто уже отдыхает, у кого уже выходные. Ну, как у меня. Завтра в первую субботу и воскресенье работаю. А понедельник, вторник и среду до вечера отдыхаю.